Часть людей уже пришла, часть еще в пути. Ну, наверное, пиар того, что, ради чего мы собрали эту конференцию, то есть я считаю, что это все-таки пиар, то есть того, что мы называем кризис, расслабляет. И люди не встают по будильнику, и потом и суббота, и так далее, и так далее. Поэтому они еще двигаются. Но насколько мы смогли, мы задержали начало. Дальше, к сожалению, мы не сможем это сделать, потому что по-любому в 6 часов конференция закончится. Хотя времени еще очень много. Ну, наверное, мы как организаторы хотели бы сказать буквально по минуте два слова о нашем воспринимании того, что называется кризис. Так как я много лет занимаюсь личностными отношениями, человеческими отношениями, и кризис, он везде есть. Ребенок растет, через какое-то время появляется, ну, он хочет что-то, он что-то требует, начинает от родителей. Первый кризис говорят тогда, когда ребенок первый раз говорит «нет». Первый раз он говорит «нет», когда он выплевывает материнскую грудь изо рта. Он говорит: «я уже наелся, все». К нему очень важно уже какое-то другое отношение родителей делать. Ну и так дальше, дальше, дальше. Два человека встречаются, начинают жить. Через какое-то время у них возникают сложности. Любой кризис – это изменение отношений. И если они его переживают, они живут дальше. Если нет, они расходятся. Но чаще всего, когда они расходятся, следующий человек встречается гораздо сложнее предыдущего. И там тоже кризис. То есть не до чаще бывает. Да, да, да. И поэтому вот, хотя я вот к этому отношусь как к некому пиару. Вы знаете, как, начиная за 2 месяца до ноября, начинают говорить: в этом году будет эпидемия гриппа. Он говорит: скоро эпидемия гриппа. Начинается эпидемия гриппа. Да. Все, а вы еще не болеете, да, эпидемией, да, гриппа? Вы еще не болеете. А тут вокруг все болеют. Да. У нас с 7 утра люди уже... Да, это некий пиар. Извините, одну секунду. Угу. Алло. Да-да-да, прямо иди, прямо иди, прямо иди. Вот первое здание, видишь, вход налево. Я иногда считаю, что пиар эпидемии гриппа заказан некими компаниями. Теми, которые производят вакцины, колдрексы, витамины и так далее, и так далее, и так далее. То есть с кризисом у меня такая же штука. Вот, да, есть некие технические факторы, которые можно просчитать, и сегодня об этом будут говорить по техническому анализу, что да, действительно, вот перепроданность каких-то активов, там, перекупленность их, переоценка чего-то, ну и так далее, да? Но есть большой человеческий фактор. Есть пиар и есть паника. То есть для того, чтобы, наверное, к нему так отнестись спокойно, ну, в китайском иероглифе кризис есть, он состоит из двух частей. Первое – это катастрофа, второе – это возможность. И самые хорошие деньги были сделаны во время кризисов предыдущих. Такие компании, как Hewlett Packard, такие компании, как Microsoft, куча компаний на российском рынке. И если вы вспомните, если уже вернуться к фондовому рынку, если вернуться к активам, то в 98 году акции «Газпрома» стоили 4 рубля. Даже сейчас они стоят около сотни сейчас, да? Но в апреле месяце они стоили 330 рублей. В 98 году я не нашел, но в 2003 акции Сбербанка стоили 9 рублей. О, 10. Сколько они стоили до того, как их раздробили? Кто помнит? 100 тысяч, да, 100 тысяч, да. То есть, в принципе, кризис – это хорошая возможность для того, чтобы инвентаризировать себя, инвентаризировать свое состояние, просмотреть его, инвентаризировать свои ресурсы и, в принципе, хорошо вложиться. И, наверное, вот те ведущие, которых мы пригласили, это практики, которые дадут вам ту информацию, что же делать с собственными ресурсами. И мне кажется еще, что когда все говорят кризис, это
как сказать, обычно вот вроде бы понимаешь, что нужно как-то изменить свою жизнь, нужно что-то сделать. Но когда все хорошо, ну не хочется, все равно не тепло, да, вот на этой лужайке, на которой ты находишься. Когда кризис, когда все вокруг говорят, кризис, плохо, 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 намного легче, наконец, решиться на те изменения, которые вот ты сам давно планировал. Я имею в виду не только финансовые, не знаю, сменить работу, заняться тем, чем ты всегда мечтал, поехать туда, куда всегда мечтал, благо сейчас скидки появляются. То есть надо воспользоваться этим. И, наверное, вот об этом тоже будут люди говорить на конференции. Услышим. Хорошо. Так что мы желаем вам вот на этой конференции максимум впитываться и расширить максимально, вот держать все свои органы чувств расширенными и слушать внимательно, ну и, конечно, действовать. Да, задавайте вопросы, не стесняйтесь. Чем больше будет вопросов, тем больше вы получите. Вопросов ведущим, вопросов другим участникам. Все, мы уже уходим, да. Да. Спасибо, начинаем.